Пыль плюс жара, комья мокрой грязи на трассе, летние заезды в гонках на выживание традиционно считаются более сложными. Но от этого только азартнее. Уже с первых минут моторы взревели как тигры, а дальше еще интереснее – обгоны, дрифт и даже перевороты. Всего в 7-м этапе гонок на выживание приняли участие 12 спортсменов. Алексей Ахметов из Домодедова участвует в соревнованиях уже лет 10, но в этот раз он управлял новым авто, которое на трассе только второй раз. Мощности маловато, с улыбкой признается спортсмен. Предстоит много доработок, но своим сегодняшним заездом пилот вполне доволен. Летом есть небольшой дискомфорт, когда много пыли, когда трасса высыхает. То есть, в принципе, едешь как в стене. Иногда не видишь даже свой руль. То есть, но это весело. За что любите гонки на выживание? Ну, это не знаю, наверное, ну, за что. Наверное, так просто надо родиться. И какой-то вот, кто-то художник, кто-то там поэт, а кто-то вот гонки, вот прям вот бензин в крови и так далее, да. Не очень удачными гонки оказались для многолетнего фаворита соревнований Антона Рыжикова. Буквально через пару минут после старта болид номер 88 сошел с дистанции. Всему виной коробка передач. Я закончил. Коробка разлетелась, дурбадан. А на следующую гонку эту же машину успеете отремонтировать? Ну, я постараюсь. Ну, не знаю, я же далеко живу отсюда, поэтому не знаю, как пойдет. Надо железки найти, надо купить, надо привезти, сделать, и потом только на следующий раз ехать. Поэтому не загадываю. С каждым сезоном, даже с каждой гонкой зрителей становится все больше. Люди специально приезжают за яркими эмоциями. Очень много дрифта, много переворотов, очень круто. За все 4 раза, которые я тут ездил, я такого не видел. А сам гонщиком хочешь стать? Да, очень хочу покататься на питбайке. Эмоции зарядились на целую неделю. Совет рекомендую всем посетить такой интересный вид спорта. 12 железных монстров сразились в яркой схватке, но победа досталась избранным. Обладателем золота стал Андрей Березкин из Москвы. Призы за второе и третье места у москвича Анатолия Кириллова и видновчанина Дмитрия Черкасова. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.